конечно, ну, мы... Если еще... с этого пула мы убиваем это Синдрагоса, ты снимаешь ГП, согласен? Нет. В смысле нет? ГП это ГП. Нет, все, трай закончился. Не, ну это честно заработанное ГП, блядь. Да, если сейчас на пуле умрет 3 челика, допустим, или 5 челиков, я им накину ГП. Если мы убьем чудесными стараниями тех, кто выжил, то возможно отменю, но могу и не отменить. Так что гарантии нету. Я приеду к тебе в гости. Не понял. Не знаю, на что вы надеетесь, блять. Все, что надо, это сыграть 10 минут внимательно с кирпичным ебалом, отыграть свою роль, идти дальше. Нет, надо повайпаться. Нравится, наверное, вам это, хуй знает. Я просто этого видел уже много раз, всю эту хуйню. Так что мне это не удивляет никак. Не дай бог сейчас вот с этого трая, если такая же хуета продолжается, смерти, вот эти вот тупые. Этот трай еще ладно, по сотке, следующие по 200 пойдут ГП. Вау. Давайте-то подольше ее потраим. Ну, больше я просто дохнуть не буду. Смотрите. Да, ну лича тогда времени не хватит. Поделаешь. Мы уже сколько тут потратили? Притон там вот нормально часа? У тебя? Больше. Иду запускать. Давай попробуем потратить. FPS, да. Беги, малышка, беги! Ваше вторжение не окончится! После глыб. Катрисия его резнешь. Вы все налево-то бежите, блядь. Хуя это что за... Вы друг от друга раньше немножко держите. Вот лево на лестнице. Ваша нахуй. Тут не убежать было. В смысле? Пытался. Я в центр бежал. Ебать, что это такое, нахуй? Значит... Этот друид инвалид. Ебитесь от моей глыбы, нахуй. Я не могу бить глыбы. Я в ахуе с вас. Друид инвалид. Быстро резай Катрисию. Катрисия, не люблю щиты. Поджали, да? Вадикон. Под моей чашки. Вадикон резай Закханыча. Закханыч, ты как умер вообще? Да я сам в ахуе. Да уж, люди, столько помог вам, времени потратил. Пидорасы вы. От Гены вам привет, нахуй. А, ебать. Где он помог-то? Импакт в рейде, кстати. А, не люблю щиты, где ты? Встал, нет? И, ну, резали его? Ну, как только БР придет, сразу встал. Катрисия, что у тебя за проблема? Ты тут? Я же тебе говорил, резать его. Вот пришел БР, я же вижу. Я в ахуе с вас. Так, Мэтфокс, 4 минуты БР. Притон СС на Мэтфоксу, Даш. Как будет время. Не ебланьте, хуйню не делайте, блядь, бичи. 4 глыбы. Сейчас сдал. Ага. Где падает? А, вот.
слева. И четвертая, последняя сейчас. Близко слева, очень близко на ступеньках. Прям видно, да? Да. Молодцы, выжили. Слава богу, блин. Слава Аллаху. Никто ГП не получил. Тяжко скоро будет, смотрите. Ой, андок. Ой. Пися. Тентлев. Ты чё нахуй, блин? Не стояло? За глыбы стояли. За глыбы стояли. Стояли. Четвертая падает. Как обычно, левую никто не бьет, блядь, который здесь стоит. А знаете почему? Потому что обычно я ее один убиваю. Ну не надо, не один. Ну бывает кто-нибудь там аркан какой-нибудь помогает или еще что-нибудь. Никаких арканов не существует. Только огонь. 1% фаза. Первую звезду и сразу разбить. Обморожение прекращайте, так вот отходите там кружок. Метка секунду. Седжу. Давай, рачик. Так, следующую звезду. Будет притяжка. На эту притяжку? Да, да. Должна быть. Да, на эту притяжку должна быть. Киньте винашку. Ошибись. Подбивайте, после притяжки сразу разобьете. Следующую звезду и сразу разобьете. Вот ранник звезду, белики ушли. Войда хилим. Следующий туда же и тоже разбиваем. Не люблю щиты, иди. Иди. Только ГП получишь. Разбивайте. Так, на ком там следующий? Призов. Призов. Тоже разбиваем. Реланш хитчи. Ну что это, блять? Я посмотрю, чего ты сдох. Ставим. Будет притяжка. Будет. Готовьтесь, будет притяжка. Да, он не зыбку на всякий случай. Подбивайте до половины. Уже зергайте, уже зергайте. Следующую глыбу сейчас человеку ставить. Зерганите глыбу. Все, ставьте звезду следующую. Дикон. И разбивайте. Еще подождем притяжки, потом будем добивать. Чтоб не выпануться нахуй. Вот это что. Кто хлопает? Пидоры тупые, нахуй. Мудаки, смотрите свои дебафы, блять. Уёбки. Так, ну, опять. Звезду. Звезду.
Кто хлопает, посмотрите на. Так, ой, дофилим. Так, разбивайте. Тут мастер опять. На прокол. Да удобно, чё. Можно даже не отходить. Следующую туда же будет притяжка, готовьтесь. Блять, успей, он поди притянет нахуй. Готовьтесь, если что, будет притягивать, надо будет отбежать. Притон. Притон, ставьте фул, захильте его. Не, притянет рейд, походу. Не, будет хорошо, нормально. повезло. Все, давайте Геру, все остальные в сторону, фул ДПС по боссу. Ну разбивайте я. Вот Фокс и Вилаш и Ресы. В сторону. Может хил разбить? Вот Фокс и Вилаш и Ресы, фул баф по Вилаш. Да, хилы, можете РДДшки разбить, будет. Можете РДДшки разбить. Куярьте по боссу. Все глыбы в сторону и 6 лямов, 5. Вилашу забафайте, каску лампу пристабав. Блять, ну хоть почему-то прожмите, блять, какой-то сейф, нахуй. Какая-то хуйня, нахуй. Это хлопок было или что это? Что это я было, блин? Не прохил по ощущениям. Зыбку отдал. Есть там кому добивать? Видите? Да нету, все, подосвобожден. Градник еще есть. На мне 7 стаков было, я просто помирал. Ну да просто шотнуло, блять, не хилит, и все. Хотя отходишь, блять, со стаками, блять, не до последнего. Скорее не всего, освобожденка была, там, блядь, столько у всех отнялось. Два человека разрядилось в толпу. Ну, блядь. Ну, вот урона освобожденка. Нахуй, блядь. Так, а... Фокс, разрядились там же, она только началась, освобожденка. Вот я смотрю, Мэтт Фокс разрядился, ну у Шалфира что там, у него по себе, остальное что по Мэтт Фокс, ну вот по Мэтт Фоксу. Ну я просто 40. Вижу, что я вот сдох, у меня ушло 11,5 от Мэтт Фокса и 9,5 от Шалфира. Мне не и дальше тупо аура в шутку уже. Короче, молодцы, молодцы, продолжайте в том же духе, нахуй, все нормально, блядь. Ясно. Фокс, стиллер. Вы вообще понимаете смысл босса, блять, или нет? Мэтт Фокс, почему у тебя урона лям 300 просто? Ты лям 400. Освобожденки настакал, ты понимаешь, что это дебаф? Вот если он на тебя вешается, максимум, что ты можешь сделать, это дать один бойный рост и стопнуть. И ждать, пока он спадет 5 секунд. Ты это понимаешь? Почему лям 300? Как ты это допустил? Всегда по 5. Блять, нихуя себе, толпу по 5. Еще по 5. Ну, посчитай. Ты ебанулся? Мы зергаем босса, ты 5 разряжаешь, они, блять, 5000 ударят без дебафа, а 5 стаков на рейде повешутся, они уже 10 тысяч ударят. А 10 тысяч это пол хп рейда, блять. А ледяная когда аура... Говорят... Ой, блять, пизду, вам хуй объяснишь походу, да? Когда говорят зергаем, вообще похер на стаки, ты стоишь на стаке уже до последнего, потом день взорвешься, хрен с ним. Если сказали зергаем, то все. А так, если на тебя освобожденка во второй фазе, ты руки убрал от клавиатуры, стоишь, смотришь, фотографируешь. Все. Для этого мы тут и играем в 6 хилов. Не, на ласт фазе смотрите, просто. Если только накинулась освобожденка 30 секунд, то да, вы просто не даете ей взорваться до конца. Потом просто уносите. Если убьем или не убьем, унесите. А если там осталось 5 секунд или 7 секунд, то не надо настакивать, переждите ее. Вот там поразряжали пацаны, блять. Ясно, нахуй. Походу, блять, ни Геру, ни в сторону. Надо бить с вами до упора, нахуй. Метки ставить звезду, блять. Потому что это вообще мозг куда-то делся у людей. Убивали нормально Сидру, тут и начали исполнять какую-то хуйню. Что у вас с головой, блять? Я не понимаю. Пересмотрите видео старые, как убивается босс. Он убивается легко, нахуй. Я не понимаю конкретно, что вы сейчас делаете. Уже тут настолько заезженные механики, что я не знаю, скучно на этом боссе. А люди как-то слакают. ГП, блять, отменить, нихуя себе. Так, пишу в макрос. Пишу в макрос 2 сотки, короче. Я ебал эту хуйню нахуй. Сотка не пугает никого. 2 сотки сейчас, внимание. 2 сотки. Кто не хочет лутать 2 сотки, сразу идите на замену. Или сразу рейда дадим нахуй. Сразу предупреждаю. Сейчас 2 сотки будет, не одна за вайп нахуй. За смерть. На стресс последний трай. Может Эйю сразу взять? Вместо тебя. Давай, иди Эйю возьму в рейд. Минус милик.
хотя и хороший. Все, иди, иди к жене. Отойду тогда 30 секунд, пока сумонить. Давай, удачи. Сейчас он протанется. Тыкать. Смог есть, нет? ЕП. Ты уже кушать захотел. За три шкафа. И только что стоял. Когда только что? Только что еще... утожал. Пожалуйста, РДД. Когда во второй фазе, когда мы стоим все в одной метке, на вас освобожденка. РДД тоже стопните. Ну помимо вас там еще 40 крыл стоит. Ну ладно, 10. Которые могут разбить чертов скреп. Зачем взрывать? Запускаю. Просто стоите и фотографируйте, нахера это? И вас таких дохера кому я шмот поотдавал по потерянным. Все, топа, давай ты потом разберешься со своим шмотом, ну, пожалуйста. Да. Топа, я заебало просто уж. Ты сотку нажимай, и все, тебе шмот нужен. Че ты паришь-то? Мне оф, не оф, блять, я и танчу, ну, и хилю. Я просто знаю, что им больше он нужен, блять, поэтому отдаю. Ну, правильно. А потом они ноют, сидят, блять. Вот так вот. Мы же не можем сказать. Без развития сидеть, надо, чтобы спеки были, чтобы замена была. А то, что не к спеху, можно и подождать. Я вот жду, как-то не обламываюсь. Беги, малышка, беги! Привет, любой. Ну, сори. Он назвал вар для кого не топовые статы, блядь. А, блядь, чудо Поглубже, по-моему, поиграйте. Этот... Тут там... Катрися, резай его быстрее. Поставлю на себя меточку, на циркуле такое практиковали. Вот, если кто тупой, не знает, с какой стороны встать, смотрим, ориентируемся на звезду. Указываю, откуда глыба летит. Эти центр лучше, блядь, нахер он крайне, блядь, все время. Мне кажется, там в конце еще на прошлом трае дыханием боком убило, блять. Или это все-таки хлопки 2 было? Хлопки. Не, это хлопки. ХП. Я прям пошотал он. Я же говорю, как будто не прохил бы.
А там не прокил, люди под стаками были, плюс еще было. Сверху хлопками наебашили и все. А за 1% готовимся. Взлетка секунда. Ебаный рот, нахуй, сука. Фу, блядь, пиздец, нахуй. Да даже лучше успокоиться. Да ладно, лучше уж сейвово, чем так. Да, там как раз вот время проебываем, что на той фазе сейвово как раз поиграть. То хуёво ориентируется, вон звезда показываю, с какой стороны надо от глыбы стать. Я только на своей глыбе показываю. Так, а где последний? Слева, с краю. Ну, блядь, вот так вот, на. Я в глыбе просто сдох. Да вижу. Будете бить глыбы, долбоёбы, блядь. Да потому что, блядь, среднюю нихера никто не бил, да, блядь. Давайте, давайте заново падаем. Так. Блядь. Теперь давайте подумаем, как с вами быть. Вот вы не бьете глыбы, как вам ГП давать? Кто-нибудь может придумать? Я буду одну глыбу бить. Меньше глыбы бьет посреди. Меньше бьет. Я больше по глыбам не буду бегать, блять. Ладно. Ну, добавить, нахуй. Давайте еще раз проговорим. Ну, раз уж такая пьянка пошла, то, наверное, перейдем к теории. Вот у глыбы, допустим, ХП. Сколько у нее там? Лям, да? Ну, к примеру. 520. 500 тысяч всего лишь, да? Это легко разбивается. ДПСеров в рейде 18. Если 5 из них берется в глыбу, то на 6 глыб по 2 ДПСера. Вот, это если 5 ДПСеров, ну или 6 берется в глыбу, то остается 12 ДПСеров по 2 ДПСера на глыбу. Как играть по глыбам? Вот. Если ты боишься бегать, и ну тебя прям, ну я не знаю, вылагает еще что-то, и ты милик, то ты встаешь возле глыбы, которая тебе удобна, и бьешь ее. Если у нее хп 30%, все, ты стопаешь по ней. Ты убираешь автоатаку и просто стопаешь. Как играют РДД? Они играют по тем глыбам, которые вдалеке от них. И у тех глыб, у которых больше всего хп. Вот. Но ты можешь докинуть один раз на фуловую глыбу, но второй раз их не надо обновлять. На половине даже хп глыбы. Глыбы надо бить равномерно. Это ключевое слово здесь. Если, ну, чтобы вы понимали, к какому моменту надо глыбы разбить, это четвертое падение глыбы. Глыб от синдрагосы, бомб на пол, падает всего 4 штуки. Вы должны их считать. Если вы не будете это делать, будете, ну, я не знаю, как слепые котята в темноте бегать там. Ну, мы будем вайпаться здесь до второго пришествия. Ну, либо вы начнете играть нормально, считать там, ну, 10 минут напрячь мозг, вот, и сделать все нормально. Ну, либо мы будем вот эту хуйню терпеть, там, ГП полетит. Ну, я сейчас ГП примерно за это и получу, потому что люди не бьют ГП глыбы, я побежал куда-то в центр ее вот бить. Давайте, линкуйте скаду или что там есть, сейчас подумаем. Ну, там видишь еще проблема в чем. Если начать в этом разбираться, мы сейчас полчаса на это проебем, чтобы... Да бьют глыбы, блядь, по 800 тысяч, вон. Вот смотри, я объясняю. Вот смотри, чтобы понять, кому давать ГП, а кому нет, надо ответить на такой вопрос. Вот, к примеру, не линкуйте миллион раз. Вот, зеленый вот этот открыл гильчат. Вот смотри, сет же ДПСер, да? Ну, у него 124 тысячи. Но он может быть на... Так сколько это... Тихо. Да, я сначала объясню. Ладно. Вот смотри, вот у нас было 3 взлетки. Фактически, если он был в 3 взлетках в глыбе всегда, то он мог мало по... Ну, либо вообще не нанести урон. У него 124. То есть, либо он 2 взлетки был, и одну бил, и 120. Это мало. У меня было 1 взлетку. Вот, так что делайте, ну, выводы. Ну, этот я дамаг... Я стоял на глыбе, которую, типа, подбивали другие сильно. Я автоатакой стоял, бил. Ну, вот вы и думаете... А под конец, ну, уже бил по другим глыбам, и, типа, дамажил уже. Да, а люди сдохли, задохнулись. Почему люди задохнулись? Потому что, ну, когда босс садится, у глыбы должно быть уже 10% хп, и их, ну, надо... Это...
Ко всем остальным, я все нормально делаю. Ну, так а как сейчас накинуть он ГП? Вот как всем остальным накинуть, а тебе не накинуть, да? У тебя 100 тысяч в глыбы, ты в одной глыбе заморозился, и две остальные... Ну, а как мне бегать по глыбам во время того, как эта бомба падает? Или конечно. Что? Я так и делал. Конечно. Нет, ты просто... По итогу. Ну, типа, ты я между... хожу максимально сейвово, вот и все. Между их перелетами ты просто... Есть РПД, есть ДК с койлами. Блядь, заебись, охуенно. Давай ответим на вопрос, кому мне сейчас ГП дать? Вот Катрис я сейчас... понятия не имею. Ну, да как? А кто это решит, нахуй? Ну-ка, давайте, разочехляйтесь там. Ты ГП не даешь, нахуй, а сейчас кому дать за это говно? Почему люди задохнули? Я мили классы, не собираюсь спринты там тратить на... как вы кривые эти поставили. А почему? Ну, а глыбы подыхают, блядь. А я если всем ДДшерам дам, то там есть те, которые били, и там есть... Ну, я максимально же могу. Вот как разделить на вас на всех по 200 ГП въебать за то, что ну кто-то старался, а кто-то им не помог. И, смотри. И получается, как все хуесосы? Или как? Вот, как вот я иду вот сюда бить, например, глыбу крайнюю, потому что на прошлом. Ой, Катрисия, это не то. Подожди, сейчас Катрисия подам. Топа говорил, что крайние не бьют. Я бью крайнюю. Условно говоря, у нее 30% хп. Все, ну мне уже не надо бить ее практически. Я на другую бегу, которую не бьют. Иди, Катрисия. Соседняя глыба, вот эта вторая. Она тоже почти разбита. А где-то вот эти вот глыбы и на звезде, они не разбиты, и вот эти крайние. Как мне добежать? Мне типа на шару бежать, что ли? Нет, Катрис, я там не пойду. Да я сам виноват сейчас. Потому что спина ну, не типа, что... ну... Есть РДД, так есть... Я еще раз говорю, мне похуй, что там есть. У меня стоит сейчас вопрос, кому дать ГП, чтобы этого говна не было. И словами до вас не доходит. ГП точечно до вас хуй доходит. Вы просто не бьете глыбы. Может, нахуй разойдемся? Давайте вот это решим сейчас. Кому мне въебать ГП? Ты 100 тысяч набил автоатакой, думаешь, это нормально? А если все так начнут сейвово играть, как ты, так вы все будете задыхаться с первого же трая. Ой, автоатака, я тебе объяснил только что, что я делал. Ты меня слушаешь вообще или нет? Ты сказал, что ты был... Я говорю, я бью автоатакой, потому что, типа, по глыбе, по которой, типа, много урона приходит. Но. Потом я стопаю. Когда уже под конец, по четвертую эту, я начинаю скиллами бить по глыбе. А глыб сколько? 6. А они стоят фуловые, да? Ты на это не обращаешь да, внимания? Да, милик, я не могу туда-сюда бегать, ты понимаешь? Я-то могу. Как это ты не можешь? Ну, у тебя лагает так, ты просто объясни. Да там, скорее всего, левая сторона. Я всегда на правую сторону бегу, и на правой стороне мы опускаем, стараемся свои глыбы. Топа слева, видимо, всегда Сэджу справа, вот и все. Я хуею. Вот мне просто интересен... Тихо, вот мне просто интересен вопрос. Почему кто-то бегает за милика, а ты не можешь бегать? Почему ты не можешь? Я бегаю туда, я как могу, я сказал тебе, бегаю. Нет, хорошо, ты бегаешь. Сейчас на траве, почему ты 100 тысяч нанес? Почему ты не побежал бить? Один раз я был в глыбе. А два раза что ты делал? Почему 100 тысяч урона по глыбам? Я тебе еще раз объясняю, смотри. Вот тут глыба, я ее стою, бью. Она 20%. Вот тут глыба, 20%. Как мне она добежать сразу, вот до этой глыбы? Она не сразу у тебя 20%. Ты хорошо, говоришь, я что стою, ты бью. Начинаешь бить автоатакой сразу. Хорошо, я понял. Тогда, вот тогда тут, мне подожди. Как оттуда добежать до сюда. Подожди, ты, значит, имеешь в виду, что вот с той стороны, где три глыбы в твоей стороне стояло, они все... Синдра запустилась. Да мне похуй, что там запустилось, блядь, пидоры тупые. Значит, Седжу, вот ты, значит, имеешь в виду, что вот ты стоял вот глыбы, которые возле тебя три штуки стояло, вот крайние вот эти вот слева, да? Они все чтобы были... давать ГП, они... ты должен был каждый трай чекать, сколько я бью по глыбам. Давай вот так. Нет, у тебя есть эти нет, данные? Я тебе сейчас не об этом говорю, я тебе задаю вопрос, какая ну, была так... ситуация. Ты мне ответь. Вот я ты тебе стоя... отвечаю, какая была ситуация. Вот я тебя спрашиваю сейчас, уточняю. У тебя сейчас слева стояли три глыбы. Они все были 20%, что ты не мог добежать до тех, которые справа? У них сколько процентов было, ты видел? То есть приземляешься? Ну, раз я не добежал, значит так не было с его ну, сыграть. Хорошо, ясно, нахуй. Ну мне какой приор, типа, умереть или разбить глыбу? Я просто думаю, кому дать ГП за то, чтобы, ну, вот, потому ну, что... Думай, ну, думай, ты РЛ, думай, я тебе сказал. Дай мне, блядь, за всех, и давайте убьем. Просто накинь мне, сколько там, блядь, ДД. Рубль ну 10, да, блядь. у тебя 2 ляма по глыбам, и тебе ГП накинул, ну, накинь, да? Накинь, блядь, накинь, пусть стрёмно будет, в следующий раз бить будут, накинь. Нахуя тебе ну, накидывать? Мне заебало, потому что... Просто, блядь, кинь, у кого меньше там 500 условно, я и не все, знаю. И пошли я дальше. Я всегда тратить. Так играю на синдре, и вот сейчас резко, типа, вот именно моего урона не ну, хватит. Ну потому что ты всегда играешь так, и этого хватает, потому ну, что потому другие потому что я жить тебя. Хочу, а не слакать. Так ты и слакаешь, выходит, блядь.
ты этим самым руинишь, ты не понимаешь, что... Я бью глыбу! Да вы что доебались, я понять не могу до него. Вот мы на третью глыбу разбиваем три глыбы справа, и куда ему на четвертую глыбу бежать в другую Ладно, сторону мы... совсем? Ладно, это все понятно и так. Ему не надо бегать никуда. Тихо. Ну, это... ну вот убирайте меня, берите другого игрока, который бьет глыбы. Он стоит с тобой еще с одним РДД. Мы все это спускаем, он стоит, убирайте меня. Даже в одну-две глыбы у него не может... Если он бьет эти глыбы с хилами, у него не может быть 100 тысяч. Пока он бьет одну, я бью три глыбы. Это на меня. Сколько мне дамажило каждое это. Это все охуенно. У меня больше ляма везде. Это все охуенно, но мне просто интересно. Кроме Седжу... Тут еще засчитывается глыбы, которые, типа, бьют, когда ее надо разбивать. У меня больше ляма везде. Да, я тебя поздравляю, ёб твою мать. И что? Ты умираешь сколько? Который раз уже? Второй, потому что я бью глыбы, блядь, которые не битые, нахуй. Благодаря тебе, которые, блядь, никого не бьют. Да чё вы, блядь, я сейчас не понял. Я охуею, реально. Вот доебались все до Седжу дороги, реально. Да, почему у меня шлям, а у него нихуя? Короче, ладно, надо мутать вас, наверное, начинать. Никто не доебывается ни до кого. Ладно. Сейчас еще давайте трай дадим. И так каждый КД, блядь. Да все, хватит, блядь. Так, ставлю рыбу. Не знаю, да, тихо, если вы день. Если вы забыли, ну, как играть на боссе, откройте видео прошлого убийства, посмотрите. Ну, я не знаю, что с вами. Ну, либо вы специально это делаете, ну, либо кто-то... Это какой-то сговор, и я не знаю, или просто вам это нравится, или вы ждете, когда... Ну, я не знаю, что это. Я просто не представляю, что это такое. Проверка. И начинаем. Давай, я с ума не вижу. Уже Синдра летит. Чё? Вы чё? Кто? Ну... Смайлз. Какой пидор вот я сейчас... Какой пидор я сейчас запускал, мне интересно. Вот чё, вот кто это делал? Кто-то видел? Нет, надо пересматривать. Мудаки ебучие, нахуй. Дай бог я увижу, кто вот это делает, нахуй, палки в колеса ставит и кикну сразу с гильдии, нахуй. Запускает, вот эту всю хуйню делает, нахуй. ХП глыб, видите, это третья бомба упала, вот четвертая падает. Примерно понятно? Вот она сейчас хлопнет, надо разбить. Ой. Вот Фокс резай. Баф. СС по кому зайти? Возможность пока. По водикону, дай. Все сдал. Тяжко сейчас будет. Беги, малышка, беги! Друг, ты нули, трясай, Мэтт Фокс. Чё там с ХП у людей в рейде захилите, не? Освобождён кого трёхкого. Ну, так их шесть, блядь.
Ну вместе не ставьте, вы дамаг двойной получите. Рисы и Вадикон его. Последний БР. Надо было оставить тоже, значит. Похуй вообще. Есть шансы перевести. Максимальный дамаг после притяжки дайте. Если переведем, то притормозите там на фазе, чтобы скинуть перед глыбой. 3%, 10 секунд. 2%, 5 секунд. 1%, 3 секунды. Все перевели. Первую звезду сразу разбить. Все, что нужно сделать, это дополнительные глыбы не замораживать. Сразу разбивайте. На фулл хп рейд держите. Следующую звезду. На фулл хп схиливаем. 6 хилов танка, 2 смотрим. Ждем притяжку. После притяжки зергануть глыбу и поставить следующую туда же. Начинать разбивать. Следующую также ставите и разбиваете. Великие ушли. Вилашу, вилашу на фул. Сразу разбиваем. Так, лишний не заморозьтесь. Тоже разбиваем. Следующую звезду на фул его, на фул хп его поднять, щиток ему. Ну быстрее глыбу какую-то отдай. Мы притяжку ждем. На фул хп захиливаемся. После притяжки зергануть его, уже подбивайте глыбу. Следующую звезду и разобьете. Две глыбы быстро разбейте, быстро-быстро зерганите милики быстрее. Он не зыбко ныряет. Следующую звезду сразу разбиваем. Канта на фулл хп поднять, щиток ему. Так, разбиваем. Следующую звезду. Не люблю щиты. Залейте Индрова Рахила, пожалуйста. Ломаем? Да, да, разбивайте. Следующую ставьте, будет притяжка. Так, готовимся. Давайте Геру. Все остальные в сторону и фул по боссу. Вы
Иди еще один раз скинь, и потом придешь, поменяешь. А, он далеко унес. Подожди, когда еще глыбу унес. А сейвы, все, давайте все. Все, что есть. Два ляма добивайте. Вилань! Вилань, в миллиген. Бери ебать. А что это такое? Забейте, я-то ее выношу. Вынес. Блинком. Там все РДД зона сдохла. Что это? Дыхание боком? Боком? Я не знаю. Нет, это вспышка тут взорва. Хлопок, наверное. Опять, да, я взорвал, блядь. Освобожден. Кто хлопнул? Тресните. Не знаю. Меня показывает Вадико на 500 тысяч. Не люблю щиты, 364. Я рот ебал. Последнюю я взорвал. Я весь бой хлопал помаленьку. Слишком много освобожденки, поэтому так много урона. Не знаю, кто взорвал. Нельзя так взрывать, мы босса добиваем. Вам же объяснял Вадикон, не знаю, почему вы не слушаете. Вам объясняют люди, ну, пытаются, чтобы мы убивали нормально с первых траев. Не так. Не слушайте. Линкуйте. На 1050-60. Там осколок, кстати. Даже лям не набил. А чё вот это баг какой-то, что он, ну, цифры путает местами? Почему так? Аддон вот этот. Он, видимо, берет. И кто теперь пока мне расскажет, что предыдущий трай вот не так было? Что я не бил глыбы. Кто мне это скажет? Этот. Я так не ты знаю, не бил глыбы. Ты не бил глыбы. Это тихо. Ты не бил глыбы. Тихо, тихо. Блять, я вас мутанул. Тебе двойной ГП надо ебануть. Да закройте рот. Зачем? Ты сейчас доказал, блядь. Пиздец. Непонятно, да? Этот, 228, тебе точно надо эта хуйня? Кольцо это ебаное. Нахила лучше. Там он Мэтфокс, не люблю щиты. Они пониже по приору. Ну, будешь забирать, да? Или хилы больше будете ставить? Не будешь? Тогда Мэтфоксу, да. На эрдру топовая хуйня. Он в рестере 10 нажал. Интересно. Угу. Войд, замени мне, пожалуйста. Мне нужно срочно идти. А что, замена есть там? Может, там кому проходку еще надо, кто может. Вот я на этого ретрика зайду. ЕП сюда закинет, он хукмастер, что он сегодня побил. Спасибо.